Сегодня у нас четверг, традиционный, чистый четверг, в этот раз 21.04. Традиционная наша встреча, посвященная транспорту, инновационному, чистому транспорту Skyway. Вот как всегда начнем с философии нашего проекта, и вот, и потом в конце поговорим про новости. Новостей у нас там много интересных, так что послушаем. Прям есть и технические новости, вот, и много у нас гостей побывало. Вот, так что давайте начнем. Ну, как всегда, да, зовут меня Алексей Наумович. С 2014 года я этот проект толкаю, продвигаю. Я знаю, что у нас есть тут тоже в чате, вот недавно приезжала Таисия, вот тоже поделилась, что, оказывается, она тоже с 2014 года. Вот, но только сейчас мы познакомились с ней, ну, точнее, на прошлой, пару недель назад. Вот, ну и, в общем, так вот всем миром движем, кто с какого, кто-то с 16-го, кто-то с 17-го, кто-то с 20-го года присоединился. Вот, поэтому продвигаемся вместе проект. Вот, ну и начинаем с традиционно с проблем в современном транспорте. Ни для кого не секрет, что проблем уже очень много. Это и пробки, это и аварийность, это и загазованность, это, ну, в общем, тут, ну, картинки говорящие, поэтому, думаю, совсем все понятно. Вот, и если, допустим, на улице города мы эти проблемы видим сами, своими глазами, то, допустим, такие проблемы, как связанные с контейнерами, мы можем увидеть, наверное, только, ну, то, либо специалист, который занимается логистикой, знает, какая проблема есть в грузоперевозках, ну, либо мы, как обыватели, можем только, ну, наверное, заказывая какие-то посылки в Китае, можем просто по тому количеству времени, которое приходится нам ждать, там, неделя, две, три и так далее, вот, ну, в общем, можем ощущать на себе вот эту вот проблему в транспортной логистике, в перемещении грузов. Ну, естественно, естественная наша среда накладывает тоже определенный отпечаток на транспортную инфраструктуру, то есть где-то у нас заливают, ну, даже взять, ну, наверное, в рамках Беларуси вот эти все три не возьмешь, вот, ну, то, что со снегом мы боремся точно, на юге Беларуси с паводками, я знаю, точно там боролись, с песками, у нас, может быть, нет, вот, но в Эмиратах точно да, то есть у них там это большая проблема, приходится вот на тракторах вот этот снег вычищать, вот, и так далее, то есть тоже большая проблема связана с песком. Вот, ну, естественно, загазованность, выбросы нефтепродуктов, добрый вечер, и так далее, и так далее. Люди, кстати, в масках, кстати говоря, вот эту маску, если раньше это было только в Китае маски, то сейчас уже маски, они пошли на весь мир. Вот, и люди уже даже по привычке уже вроде бы снимаются локдаун, а все равно по привычке уходят в масках. Вот, так что же такое интересное. Привыкли за 2 года, привыкли, вошло в привычку, и многие уже не хотят отказываться от масок. Ну, естественно, выхлопы. Выхлопы, ну, здесь это немножко утрировано, но, тем не менее, все мы знаем, как дышать воздухом в городе, но многие прочувствовали. Ну, естественно, дороги современные, чтобы построить, это долго и дорого. Чтобы построить, казалось бы, обычную асфальтовую дорогу, необходимо вырубить лес, сделать специальную подушку, то есть многослойную, вот, и все это долго и дорого. Вот. Ну, и не говоря уже про то, что если приходится делать какие-то тоннели в горах, в скалах, вот, и прокладывать вот такие дороги, то есть это очень затратные мероприятия. Вот. Есть также, ну, в принципе, как альтернатива наземному транспорту, начали уже когда-то появляться надземные виды транспорта, ну, понятно, для преодоления каких-то там либо препятствий там в виде рек, либо в виде гор, вот, но вот эти все эстакады, они тоже довольно массивные и дорого стоят. Вот, ну, и вот такое вот интересное решение, которое мы как-то рассматривали на вебинаре, и вот у Олега сестра ездила в Упперталь, снимала прям видео с телефона, вот показывала, присылала ролики, вот как это все ездит, уже дорога действует, она больше 100 лет уже работает, вот, ну и вот эта дорога, она чем интересна, что это, хоть она вот немножко такая не очень современная, вот, мы потом дальнейшем посмотрим, как должны выглядеть по-современному транспортные средства второго уровня, вот, но тем не менее она показывает долгосрочность, долговечность, надежность таких вот систем. То есть на протяжении 100 лет она функционировала, до сих пор перевозит людей, и вот, и там за все время было только две аварии, вот, и те были связаны именно
ну, там где-то одна с халатностью и одна с чем-то еще. То есть очень показался хорошо транспорт. То есть, но как бы на дворе уже 21 век, вот нам необходимо искать более современные решения. Вот такие решения у нас уже есть. Вот там где-то, возможно, меня будет слышно плач. Вот, ну, так что вы немножко где-то не... ну, может быть, и не слышно, не знаю. Ну, и, в общем, решений также есть канатные дороги. Вот, ну, канатные дороги тоже много у них минусов. Вот, ну, и об этом сейчас заострять внимание не будем. Вот, но есть идеальное решение, соответствующее всем требованиям 21 века. Вот мы видим уже вот фотографии. Это не Photoshop. То есть это фотографии реально действующих уже транспортных средств, которые передвигаются у нас в Беларуси, которые передвигаются также в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот мы об этом сегодня поговорим. То есть в чем особенность струнного транспорта? Ну, во-первых, струнный, от слова струна. Струна у нас это такой ключевой момент, вот, ключевой элемент эстакады. То есть с виду рельс он похож на обычный железнодорожный снаружи. Вот, но внутри есть секрет, вот этот секрет в виде такой вот струны, натянутой струны, которая позволяет рельс делать очень длинным, при необходимости гибким, жестким при этом, вот, и так далее, и так далее. И путь при этом делать очень легким и вот таким вот изящным. То есть, ну, вот мы видим вот это в Мариной Горке пролет 400 метров, вот так вот налегке, как паутинка над землей. Очень красиво, вот, и по, ну, современно, как и должно быть в 21 веке. Ну и сам струнный принцип, он, в принципе, известен давно. Единственное, что его применили конкретно, вот Анатолий Дорожевич Юницкий применил его для вот струнной эстакады. Ну, естественно, если остановиться на преимуществах надземного транспорта, ну, их как бы много, то есть тут нет необходимости там срезать горы, засыпать реки, овраги. То есть достаточно просто вот поднять дорогу над поверхностью земли, натянуть. Вот и у нас уже получается идеально ровная поверхность, по которой можно перемещаться там, со скоростью, с большими скоростями, комфортно, не мешать животным, людям. То есть, ну, тут как бы уже думаю, что все это очевидно. Вот. Ну и разновидности, вот взять струнную эстакаду, ее может быть три. То есть это может быть жесткое, как мы видим в серединке, где могут ехать транспортные средства и сверху, и снизу. И полужесткое сверху и гибкое. Вот. Ну и, в общем, такой вариант, он как бы такая вариация, такая, ну, разновидность. Все это можно как бы для разных ландшафтов, для разных географических особенностей все это применять, вот, и комфортно использовать. Ну, тоже это пару фотографий реальных из экотехнопарка. Вот мы видим тоже реальную станцию пересадочную. Вот сейчас уже делают, вот, ну, кто следит за новостями, прям делают очень красивые такие. Ну, вот эта станция, она красивая. Красивая, ну, как бы ничего не скажешь. А есть, а там вообще делают футуристичные. Там они, ну, прям там из стекла и бетона. И очень прям смотришь и понимаешь, что, ну, вот оно будущее уже рядом. Но если, что касается так деталей технических, то здесь мы видим... сверху транспортное средство, которое движется со скоростью 500 км в час, рассчитано на скорость 500 км в час, а снизу городской транспорт, который рассчитан на скорости до 150 км в час. Вот. Это, соответственно, пересадочная станция, на которой можно, допустим, Минск-Москва проехали на скорости, перешли на второй этаж и дальше поехали там в Москву, куда-то там по уже более какому-то маршруту, более конкретному. Вот такая пересадочная станция способна пропустить через себя такой же пассажиропоток, как, например, гигантский дубайский аэропорт. Вот. Ну, понятно, что в аэропорту необходимо там ждать свою очередь на регистрацию, необходимо там багаж и так далее. То есть много-много моментов, которые такие ожидательные в аэропорту. Поэтому сам аэропорт становится гигантским. Вот. А вот эта станция, она нет необходимости в ней накапливать людей. То есть люди приходят, сразу садятся. То есть она пропускная способность у нее вроде она маленькая, но у нее очень большая. Вот. Ну, кто был в этой станции, тоже видел на первом этаже, там есть музей, посвященный технологии. Ну, и там каждый, кто из нас здесь присутствующих, многие видели свои имена вот на потолке. Вот, это как дань такая некая инвесторам, которые поддержали проект. Вот, и, ну, такой как маленький такой символизм. Вот, ну, и, в общем-то, там есть такие всевозможные артефакты. Там первый... мольберт, там первые там чертежи, первые книги, то есть, которые именно с 40-летней историей, то есть вот здесь лежат такой мини-музей.
это потом тоже пару красивых фотографий вот из Марьиной горки действующей. Ну и сейчас немножко пару слов об Анатолии Эдуардовиче Юницком. Это автор непосредственно струнного транспорта, его вдохновитель, разработчик, всю свою жизнь посвятил разработке транспорта. И вот он и учился в автотракторном, и, ну, в общем, и в школе он там занимался ракетостроением, и, ну, в общем, всю свою жизнь посвятил транспорту. Ну, доктор философии транспорта, написал огромное количество книг, посвященных транспорту, как на Земле, так и в космосе. Вот, поэтому это целая, можно сказать, наука даже. Ну, не можно сказать, а наука. Вот. Ну, и тоже огромное количество, да, книг и так далее. И так далее. Вот. Ну, пару слов можно сказать про коэффициент аэродинамического сопротивления. То есть вот то, что видели транспорт, который 500 км в час. Почему он может такую скорость развивать? Ну, это благодаря все идеальной форме. То есть у него нет необходимости делать какие-то дополнительные элементы, как, допустим, в автомобилях. То есть он поднят над землей, то есть сопротивление воздуха у него минимальное. То есть он просто как пуля, у него коэффициент сопротивления в 10 раз, ну, фактически в 10 раз лучше, чем в обычном автомобиле. Вот. Ну, естественно, это позволяет им разгоняться, вот, и экономить на топливе. Вот. Ну и вот видим, тут вот есть решение для 14 пассажиров, есть решение для 6 пассажиров. Вот. Ну и, в общем-то, если переводить электроэнергию в затрачиваемую, на, допустим, в топливо, то 0,93 килограмма на пассажира на одного – это расход топлива на 100 километров. То есть литр, грубо говоря, литр на пассажира на 100 километров при скорости 500 км в час. Это очень-очень маленький результат. Ну, то есть если мы, допустим, возьмем машину, четырехколесный там, автомобиль, допустим, обычный, да, у него расход топлива будет, там, ну, предположим, 10 литров на 100 километров там, или 15, ну, это при скорости 100 км в час, то здесь при скорости, ну, возьмем, допустим, 4 человека в автомобиле, если расход у него 10 литров, то получается, что 2,5 литра на каждого пассажира уходит, 2,5 литра на 100, при скорости 100 км в час. Вот, а здесь, получается, скорость в 5 раз выше, а расход в 2 раза еще ниже. Вот, в обычном автомобиле расход был бы там порядка, наверное, не 2,5 на человека, а литров, там, по-моему, в 100 раз больше, там, это в районе 25 или даже больше литров на человека. Но это мы можем в следующий раз уточнить. Вот. Ну и, в общем, иногда спрашивали раньше, упадет, не упадет, вот, ну, ничего не падает, уже ездили, пробовали, и есть специальные поддерживающие ролики, которые, в общем-то, держат транспортное средство на ходу, вот, и все очень держит, ездит и так далее. Вот, ну, и подводя, так сказать, суммируя все вышесказанное, можно сказать, что зелененькое – это наш транспорт, струнный транспорт. По капитальным затратам, то есть стоимость строительства эстакады, она минимальная. Ну, мы видели тоненькую паутинку, минимальный затрат, минимум металла, минимум бетона и так далее. По эксплуатационным расходам тоже минимальная, то есть нет необходимости там чинить дороги эти особо, там латать дырки, как в асфальте у нас каждый сезон. Нет необходимости там их подметать постоянно, то есть, потому что не седает там столько количества грязи, тем более он там сверху находится. Поэтому тоже по эксплуатационной минимальная. По расходу энергии маленькие капсулы, идеальная у них обтекающая форма, то есть расход энергии минимальный, плюс это еще электротяга, вот, электромотор, мотор-колесо. Вот, поэтому расход энергии минимальный, там КПД фактически там 99%. Вот, пропускная способность может быть максимальной, но тоже мы обсуждали, что станция, казалось бы, она с размером вроде небольшая, вот, но у нее пропускная способность может быть там больше, чем дубайский аэропорт. Вот. Ну и даже по пропускной способности, допустим, чтобы было более понятно, ну вот московское там или минское метро, то есть оно, транспорт, струнный транспорт не будет уступать данным видам транспорта. То есть он будет легко выдерживать такие же нагрузки, там в миллион человек в сутки и так далее. Загрязнение окружающей среды минимальное. Ну, понятно, электричество, понятно, что малый расход энергии, понятно, что где-то сверху находится, не мешает и так далее. То есть минимум загрязнения окружающей среды, в том числе, кстати, и звуковой. То есть помимо загрязнения окружающей среды, вот как, допустим, реальными веществами, еще есть как шумовое загрязнение. Вот, допустим, кто-то живет там вдоль трамвайных линий или возле метро, чувствуется в доме, чувствуются все эти вибрации, как они проходят. Вот здесь это тоже как бы чист, в этом плане чище транспорт.
Транспортная аварийность минимальная, только за счет того, что подняли над землей, мы избегаем столкновения с людьми, с животными, там, с другими транспортными средствами. То есть мы выносим вот этот слой транспортный в отдельную сферу, как, допустим, как авиация, вот, и он там сверху где-то там никому не мешает, и, соответственно, транспортная аварийность тоже минимальная. Вот поэтому, как вначале было у нас тезис, что струнный транспорт SkyWay – это идеальное транспортное решение, вот, в принципе, мы тут все это обосновали. Вот, линейка очень широкая, вот за 2014 года по настоящий момент было разработано десяток всевозможных видов для разных условий, для Швейцарии, там, для белорусских условий, там, для Эмиратов, для города, для межгорода, то есть на 2 пассажира, на 6, то есть огромная линейка, которая может закрывать любой запрос, и в том числе и грузоперевозки, то есть это и контейнерная перевозка, и сыпучие грузы, и как лента конвейерная. Вот, поэтому, в принципе, любое направление может быть закрыто. Вот, ну, естественно, патенты, сертификаты, проверки всевозможные, ну, потому как это все люди, вот, испытания всевозможные, то есть все это проходит, получаются сертификаты, дипломы, то есть их огромное, за 40 лет их очень-очень много накопилось, вот, все это актуально, все это хранится в ЗАО «Струнные технологии». Вот это одно из наших зданий, которым находилось... Ну, сейчас оно в нашем сейчас... Оно тоже находится у нас, в нашей собственности. Вот. Даже, кстати, можно сказать, ну, это в собственности инвесторов, да. Но сейчас переехали уже в другое здание побольше, вот, где, вот, в общем-то, вот это здание... Значит, картиночка почему-то, по-моему, не полностью отобразилась у меня. Вот, ну, в общем, 9-этажное здание на больше 10 тысяч квадратов, где уже, в общем-то, помещается весь состав. Инженерные, дизайнеры, проектировщики, там, архитекторы. То есть, ну, там вещь, в общем, все мозги у нас находятся на железнодорожной. Кстати, тоже улица Железнодорожная, тоже очень символично. Железнодорожная 33. Вот кто любит там тоже магию цифр, то тоже это 2 троечки. Улица Железнодорожная, вот, прям все очень красиво складывается. В общем, мозги на железнодорожной 33. Здесь вот мы видим в Шабанах сборочное производство, где мелкосерийные партии уже собираются. Вот. И вот здесь в Мариной Горке у нас находится полигон, вот 36 гектаров, на котором и расположены 5 действующих трасс уже и еще 2 в процессе строительства. И на этих трассах, в общем-то, все это испытывают. То есть мозги проектируют, потом собирают, и здесь все это испытывают. В общем, такой вот замкнутый получается у нас цикл. Ну и вот такая тоже картиночка, немножко футуристичная, наверное. Ну, вот так вот могут выглядеть в дальнейшем наши города там, или наше пространство. То есть мы снизу гуляем вот по травке босиком, да, а сверху транспортные средства перемещаются. Вот, и перевозят людей, грузы, не мешая жизни людям. Вот, ну и вот, кто, кстати, поедет, да, в Марину Горку там в летом, допустим, вот здесь вот уже под этой трассой, тут Дардыч высадил лекарственное растение, то есть, чтобы показать, что у нас все настолько эко, что даже лекарственное растение могут спокойно произрастать, вот, и вот даже прямо под трассой. Вот, то есть мы не только не забираем у природы землю, ну вот, и мы еще таким образом можем все это украшать, там, облагораживать, вот, и так далее. Вот, ну, естественно, когда данный вид было много участия на всевозможных выставках и так далее, и нас не могли остаться незамеченными, вот, и нами заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты, и они предложили сделать проект у них. То есть, ну, они говорят, у вас тут, мол, европейский легкий климат, понятно, у вас тут все работает, а сможете ли сделать у нас? У нас здесь песок, у нас здесь агрессивная среда, температуры сумасшедшие. Вот. Ну, и Анатолий Дарович Юницкий сказал, что да, конечно, сделаем без проблем. Вот. Ну, и, в общем, вот это запроектировали все вот таким вот образом. Тоже получили там землю в пользование. Это, ну, как бы тоже дорогого стоит. Вот, и под покровительством правительства начали стройку. Ну и вот уже вот так это выглядит сейчас, ну даже не сейчас, это чуть-чуть раньше. Вот. И в 2021 году, в прошлом году было огромное количество приезжало прессы, то
То есть пресса была отовсюду, там это и Канада была, и Япония была, и Европа была, из Южной Америки приезжали, и вот было огромное-огромное количество репортажей. Ну, кому там, CNN снимал американский. Вот, в общем, все это можно посмотреть, вот, и прямо пошла такая волна позитивная, то есть когда уже, то есть, ну, одно дело в Беларуси где-то, возможно, ну, как там, может быть, сказать, ну, не на задворках Европы, да, а тут вот, когда уже дело пошло в Дубае. Дубай сейчас это как и деловой, и финансовый такой центр, центр туризма. Вот, и отсюда уже очень пошла хорошая волна популярности по всему миру. Вот, ну и вот мы прошлые уже репортажи рассматривали, как сюда приезжают люди со всего мира. Вот, и как раз сейчас проходила полгода выставка Экспо. Вот, и огромное количество делегаций, вот, и из Африки приезжали, и из Европы приезжали, вот, и все смотрели, и оставляли свои какие-то позитивные отзывы, обменивались визитками, вот, ну, и так далее, и так далее. И, в общем, так сказать, под конец, в завершение, немножко в середине что-то пляшет. Ну, в завершение выставки была подготовлена такая небольшая видеопрезентация, вот, которая немножко так обобщила. Вот, кто хочет, ну, тут, в принципе, есть QR-код, вот, кто, кому интересно, могут сосканировать, перейти, посмотреть. Ну, в общем, есть хорошее видео, которое уже как раз к окончанию выставки его выложили, вот, и можно его посмотреть. К сожалению, комната, она не позволяет нам показывать видео, вот, ну, по крайней мере, можно вот таким образом будет. Так что можете сделать скриншот. Вот в компьютере, вот, или на телефон сфотографировать, вот, и потом посмотреть презентацию уже после вебинара. Вот, ну и переходя к... А, ну вот Эмираты заинтересовались, то есть огромное количество людей и посещает наш павильон. Вот, ну и, естественно, каждый примеряет транспорт на себя, то есть на свою страну, на свой город. Вот, ну и вот так вот, допустим, это вот могла бы выглядеть станция прямо в городе, то есть где люди вот снизу ходят, там пересаживаются и так далее. Так вот могла бы выглядеть новые города будущего, то есть где мы видим уже вдоль трассы, то есть так как у нас это струнный транспорт, то он завязан на опоры, то есть каждая опора могла быть не маленьким зданием, а таким вот могла быть высоким зданием. Вот, который бы совмещал в себя не только станцию пересадки, но еще какие-то офисные помещения, вот, поэтому как бы два в одном. Вот, ну и так как это струнный транспорт, и он необходимо его, ну, крепить, как каждая анкерная опора, необходимо это каждые 3 километра, поэтому каждые 3 километра будет стоять вот такой вот анкерный узел вот, в виде небоскреба, вот, и это, в общем, такой как деловой центр, а вокруг него это мог бы располагаться частный сектор, где люди живут в своих домах, вот, если необходимо им куда-то добраться, они приходят просто в эту башню, поднимаются на нужный этаж, садятся на транспортное средство и перемещаются туда, куда им необходимо. Ну, если эта потребность их не закрывается в данном, потому что здесь вот в этих башнях может быть и, там, и кинотеатры, и магазины, и рестораны, и все что угодно. В принципе, могут обеспечивать там больницы, там детский садик, это может быть школа и так далее. То есть, ну, то есть все зависит уже от планировки данной башни. Вот, ну и вот так вот могло бы выглядеть это где-то у моря. То есть те страны, которые, допустим, небольшие там или островные, вот там Индонезия та же, вот, или Латинская Америка, или где-то еще. Вот такие вот прекрасные пейзажи можно выстраивать с помощью данной технологии. Нет необходимости там класть асфальт. Ну и как бы и зачем здесь асфальт, вот, когда можно все вот так вот красиво выстроить. Вот. Ну и как-то в одном из, тоже нескольких мы раньше рассматривали, были статьи про линейные города, вот уже более такие, еще дополнительно более как современные, наверное, решения. Вот у нас есть в Минске, там, по-моему, Анатолий Дрожжевич говорил, там 5 вроде бы архитекторов ГИПов, вот или 4, вот, ну что такое, ну прям, то есть это они уже проектируют целые города, вот, и вот такие вот, ну получается... Подробно, наверное, не будем сейчас останавливаться, вот, но тоже центральная башня, вокруг них люди живут только уже не в отдельно стоящих домах, а в таких вот лежачих небоскребах. Вот, то есть каждый дом, получается, его положили на бок, вот, и люди вот живут таких, ну, как это, как таунхаус, вот, либо как City Line City, то есть такие вот длинные дома, двухэтажные, вот, в которых могут проживать люди. Вот, ну и...
Как линейный город способствует развитию стран? Вот. Ну, так просто для справочки, когда Анатолий Эдуардович Юницкий начал эту концепцию линейных городов развивать, то, и в том числе у него есть там выходы на Организацию Объединенных Наций, вот, и Организация Объединенных Наций его очень поддержала в этом, причем дважды, в виде грантов, потому как проблема перенаселенности городов, она существует, проблема качественно, ну, то есть проблема переселения, она существует, да, и ООН как ее курирует. Вот. Ну, и как линейный город способствует развитию стран, ну, тут можем, в принципе, перечислить, наверное, в кластерах используются альтернативные источники энергии, что снижает зависимость страны от исчерпаемого углеводородного сырья. Вот линейный город может объединить изолированные, малонаселенные, труднодоступные территории страны в единое хозяйство с высокоэффективной инфраструктурой. В линейном городе путевая структура линии электропередачи и оптоволокно соединены вместе, чтобы создать общую систему движения пассажиров и грузов. Строительство линейных городов способствует децентрализации мегаполисов. Ну, вот это, наверное, ключевая фраза. То есть децентрализация мегаполисов. Вот. Ну и выстраивая вот такие вот трассы вдоль, ну, между сначала где-то между городами, потом где-то вдоль каких-то морей, вот и так далее, можно выстроить целую сеть дорог, вот, которая назовется Transnet, транспортная сеть. Вот, и данный Transnet, он будет подобно тому, как интернет сейчас перемещает нашу с вами там информацию, данные, почту, письма, сообщения. Интернет, такая как бы слой отдельный, да, информационный. Вот также этот вот транспортный слой мог бы перемещать людей и грузы по территории всей, ну, планеты, то есть как, все зависит от того, как быстро будет строиться данные дороги. Вот, сеть Transnet. Вот, ну, это было немножко такой, как бы, в планы на будущее. Вот, а переходя к дню сегодняшнему, мы находимся в преддверии 15-го этапа. То есть проект уже находится в высокой стадии готовности. И единственное, что нам осталось, это продемонстрировать высокоскоростную трассу. То есть необходимо построить 20 километров, вот, и продемонстрировать контейнерные перевозки. То есть, в принципе, два вот этих пункта, согласно бизнес-плану, который был в 2014 году, так скажем, составлен наперед, вот это необходимо доделать. Ну, хотя у Анатолия Эдуардовича Юницкого планы были не только 500-600 км в час, также есть у него еще мысли, и как-то даже, по-моему, у нас была в Берлине выставка в 16 году, вот где был первый был юнибайк, потом была выставка, по-моему, в 18 году, где уже представили высокоскоростной болид. Вот в 20 году, по-моему, пропустили. Кстати, наверное, в этом году будет выставка в Берлине, вот, и Анатолий Эдуардович Юницкий уже планировал там на будущее эти выставки делать сверхвысокоскоростное решение. То есть даже не 600 км в час, а 1200-1250 – это уже в форвакуумной трубе. То есть, ну, вот уже даже вот такое. Ну, посмотрим. То есть планов много, поэтому не удивлюсь, если у нас появятся еще дополнительно такие вот именно сверхскоростные решения. Вот, поэтому, ну, сейчас план вот такой, то есть на 15 этап поставлены такие задачи. Необходимо привлечь около от 100 до 200 миллионов долларов. И, в общем-то, проект все эти годы финансируется простыми людьми. То есть когда-то волна начиналась у нас в Беларуси, люди поддержали своего соотечественника, ученого там в России, в Украине. Вот, потом волна пошла на Европу, европейцы тоже все это приняли, им понравилось, поддержали. Вот, потом пошла волна в Азию. Вот, ну и, в общем, сейчас самые большие инвестиции идут из Вьетнама. Вот, и вот за счет этого происходит и все, ну, пока в текущий момент, все разработки, все движения вперед. Вот, для инвесторов на сегодняшний день есть разные пакеты, то есть пакеты на $50, на $100 в месяц, там есть разовые, есть в рассрочку, то есть, в принципе, на любой кошелек, то есть это можно сделать как некое такое, как пенсионное отчисление, каждый месяц откладывать. Вот, естественно, все это не просто так, а инвестор получает долю в проекте,
Вот, ну, потому как все должно быть взаимовыгодно. То есть Антон Рачевницкий делится своей интеллектуальной собственностью, вот, а в ответ люди его поддерживают, кто-то рублем, кто-то продвижением, он получает долю данной интеллектуальной собственности. Вот почему выгодно поддерживать? Ну, это мы все понимаем, чем больше проблема. Вообще есть такое, то есть, как и Ричард Брэнсон говорил, я люблю проблемы, потому когда я нашел проблему какую-то, я знаю, что решив эту проблему, я могу заработать очень много денег. Вот так и здесь. То есть здесь есть очень большая проблема. Это транспорт, это перемещение человека. Вот, есть, оно сопряжено с определенными издержками. То есть если эта проблема решается, то, естественно, это может быть очень хорошим подспорьем для, ну, для будущего. Вот. Ну, естественно, это пожизненные дивиденды, то есть это как некая собственность, то есть это как люди покупают там машину, как квартиру, точно так же приобретается эта данная доля. Вот путем, ну, есть специальный механизм инвестиционный, вот, через конвертируемый займ. Вот все это оформляется, в специальные реестры заносится, вот, ну, и в дальнейшем при выходе на IPO все это будет уже официально выводиться на бирже, вот, и так далее. Вот. Ну, естественно, чтобы пройти этот путь, вот, необходимо всю технологию построить, вот, начать внедрять ее в городах, в странах, вот, и так далее, и так далее. А вот чем мы, в общем-то, сейчас с вами наблюдаем, вот как им кто-то занимается из нас, кто-то не занимается. Ну, в общем, вот сейчас посмотрим по новостям. Новостей у нас на этой неделе было, в принципе, много интересных. Одна особенно меня порадовала, такая необычная новость. Это про компания-разработчик провела успешное испытание вихретокового замедлителя. Вот, ну, сразу я как бы так и не понял, что за такая штуковина, там, вихретоковый замедлитель. Вот, ну, потом начал на сайте ЗАО «Стронтехнологии» читать. Вот, ну и прикольная, оказалась очень прикольная штука. То есть это устройство на основе постоянных магнитов, которое будет дополнять тормозную систему струнного транспорта, вот, и позволит контролировать скорость движения на сложных участках трассы. То есть это система торможения. Например, если модель струнного транспорта слишком быстро подъедет к пассажирской станции, то есть, ну, вот она должна подъезжать там со скоростью 5 км в час, она подъезжает быстрее, то вихретоковый замедлитель автоматически снизит скорость машины, чтобы избежать аварии. Как отмечает инженер Денис Бауткин, испытания нужны, чтобы проверить работу вихретокового замедлителя на соответствие расчетным показателям. Практические тесты подтвердили, что устройство полностью выполняет свою функцию. Ну, если бы у нас было сейчас здесь видео в формате, можно было посмотреть. Ну, кому интересно, можете посмотреть, потом там у них на сайте, прям вот прикольно, они поднимают вот этот вот желтый прямоугольник, ну, он такой, он обтекает вокруг балки, поднимают его на высоту к потолку, потом резко отпускают, он начинает падать вниз, вот, и прямо-прямо перед землей он как будто бы как в воду там, или как в вату, он прям очень резко замедляется, и уже столкновение не происходит, а происходит как мягкое соприкосновение. То есть вот этот вихретоковый замедлитель, получается, он, ну, я сразу думал, что он ставится на подвижной состав, вот, а потом все-таки понял, что он стоит, скорее всего, на станции, будет стоять на станции. И когда транспортное средство само там, ну, не замедлилось нужным образом, то вот уже на станции вот эти вихретоковые замедлители будут его тормозить. Вот, ну и, ну, посмотрите потом видео, очень, ну, интересное. Там оно коротенькое, одна минута, вот посмотрите. Вот, ну и, в общем, это тоже такая одна из ноу-хау наших. У этой системы несколько преимуществ, то есть тоже авторская разработка, там указан в статье автор этой разработки. Вот вихретоковый замедлитель, ему не нужно электричество. Вот, например, если транспорт откажет подачу энергии, машина все равно сможет сбавить скорость. Вихретоковый замедлитель не шумит, в этом устройстве отсутствует физический контакт между элементами системы, который обычно приводит к громким звукам. И вихретоковый замедлитель долго служит, для его работы не нужны трущиеся элементы, которые быстро изнашиваются, тогда как срок службы постоянных магнитов составляет более 25 лет. Так что, ну, такая вот штука. То есть дополнение к тормозам, вот, вихретоковый замедлитель. Ну, так что век живи, век учись. Следующая новость – это, ну, очередные гости у нас за неделю пришли. Гости, причем не просто так какие-то там с улицы, а крупные бизнесмены. Например, доктор Рамзи Аль-Халаса, член совета директоров
Хамирай Стил, лидирующий производитель стали в ОАЭ, вот по порядочку тут сверху. Шайбан Мохаммед Майбан Аляси Альмхейри, председатель Virtus Group, канадская консалтинговая компания. Рене Хезеркамп, владелец нидерландской рекламной компании. Асвальдо Аньоса, советник мэра муниципалитета Оманго, Перу. То есть вот такие вот люди были у нас. Ну, вот я, мне, допустим, ну, стали это какое-то, возможно, будет там сотрудничество, то есть вполне вероятно. Вот. Ну и вот последний товарищ, вот муниципалитет Перу, то есть это такой как советник мэра, то есть, в принципе, может вылиться в какой-нибудь адресный проект уже вот в районе Перу, например. Ну, кто знает, потом посмотрим в дальнейшем. Вот. Дальше. Еще одна новость. Транспорт. Наш, статья про наш транспорт была опубликована в белорусском журнале «Транспорт. Транзит. Беларусь», который публикуется с 2001 года. Вот. Ну и вот сделали обзор, ну, перечислили все преимущества струнного транспорта. Ну и вот видите, фотографии сделана одна из Мариной Горки, фотография, где все виды подвижных составов, та, которая у нас сегодня была. Ну и вот снизу там видим в Эмиратах. Вот, так что, ну и вот гордо на глобусе видим значок, отмечен значок Беларусь, вот, откуда родом технология. Ну, вот так что, а тут я еще, наверное, выделил, да, отдельно, о чем они писали. Ну, в принципе, давайте пройдемся тоже, да, что они отметили. То есть струнный транспорт работает на электроэнергии, вот при этом ее потребление меньше, чем у других видов электротранспорта. Струнная эстакада требует минимального землеотвода. Вот такая трасса не нарушает рельеф местности, не препятствует движению грунтовых и поверхностных вод, не мешает перемещению людей и животных. В струнном транспорте используются стальные колеса. В отличие от резиновых, они намного медленнее изнашиваются и выделяют меньше вредных веществ при движении. Кстати, тоже, да, одна из этих, да. Благодаря расположению над землей и легкой путевой структуре струнный транспорт проще интегрировать в уже сформированный город, чем построить метро или проложить дорогу. Струнные трассы можно построить рядом с жилыми домами, потому что транспорт не будет образовывать пробки и создавать опасные ситуации для пассажиров и пешеходов. Технология струнного транспорта подходит под любые задачи, например, обеспечить быстрое сообщение из пригорода в центр, связать части города, разделенные рекой, и даже проложить трассу в горных районах. Ну, в принципе, то, о чем мы сегодня говорили, вот такая краткая, как бы, резюме в данной статье. Так, ну и, конечно же, на этой неделе у нас было замечательное событие. Это как раз-таки день рождения автора технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Вот ему исполнилось 73 года. Вот. Ну и к дню рождения автора вот как раз-таки было собрано несколько цитат, вот, которые, можно сказать, выстраданы им за всю свою жизнь. Вот, ну и... Тоже давайте зачитаем, то есть это уже такое довольно интересное. «В моей жизни были трагедии, но я относился к этому философски и говорил спасибо за учебу. Вот, я становился сильнее после каждой неудачи». Ну, вот это такая, в принципе, да, после, вот эту фразу я слышал давно, то есть Анатолий Ильич всегда тоже философски, да, что спасибо за учебу. То есть даже своим самым, там, кто читал книжку его, там, самым злейшим врагам, которые у него были, то есть он всегда спасибо за учебу. Вот. «Никогда не стоит ожидать, что все получится так, как было задумано, однако не стоит отказываться от намерений, склоняясь перед величием внешних обстоятельств. Человеку редко под силу их изменить, но вы можете их победить там, своей, например, настойчивостью. То есть не получилось так, попробуем по-другому. Нам не нужно ничего придумывать, нужно просто грамотно взять, что уже есть в природе. Вот это мой подход. Я взял то, что уже есть в природе, гармонично это соединил». Тоже, кстати, интересная штука. На самом деле, зачем что-то выдумывать? Это тоже, по-моему, Леонардо да Винчи тоже, он как, когда все свои... Ну, как иногда называют Юницкого, Леонардо да Винчи современности. Там те же итальянцы, когда приезжали, говорили, вот наш Леонардо да Винчи современности. Или наш белорусский Леонардо да Винчи. Вот. И тот тоже очень часто наблюдал за природой, вот, и многие вещи оттуда, там, вот, как, там, вертолет он там придумывал, там, глядя на стрекозу, вот, ну, и там костюмы водолазные, то есть, ну, в общем, вот Юницкий делает так же,
То есть он наблюдает. Вот, и наши транспортные средства, иногда даже можно вот этот наш юнибайк, он чем-то похож на карася. То есть это как рыбка такая, рыбка, которая плывет быстро, шустро. То есть это тоже можно какие-то аналогии. Вот. У меня есть сочетание качеств, которые помогают мне делать то, что я делаю. Это системный подход. Это важно, да, системный подход. И высокие цели, до которых я шел с самого детства, не думая о деньгах и славе. Ну да, чем выше цель, тем интереснее, и тем, то есть цель должна быть запредельной, так чтобы мы всю жизнь к этой цели шли. Даже как бы, как это маяк, вот, к которому хочется прийти, и чем она дальше, тем слаще кажется эта цель. Ну и в Ницком мы знаем, что у него цель – это не просто транспорт построить, а это сделать как геокосмическое транспортное средство, вот, на котором можно будет перемещать грузы не только по Земле, но еще и с Земли на околоземную орбиту. Вот. Ну, об этом уже в рамках сегодняшнего вебинара мы не поговорим, но те, кому интересно, или кто у нас новички, или можно все это посмотреть. Всю свою жизнь я не следовал чужому примеру, не приспосабливался к чужим нормам и правилам, не следовал слепо человеческим законам, а полагался на законы природы. Ну, тоже хорошее правило. Зачем за кем-то подражать? Нужно самому создавать. И он, в принципе, этим и занимается. Он создает свое направление вот, с нуля. Отдельная транспортная отрасль большая, не повторяя и так далее. Вот. Я думаю о будущем своих детей, внуков, и что они получат от нас наследство. Будут жить в масках, противогазах, больные в язвах, будут бояться выходить на улицу, непонятно, чем питаться. Что это за жизнь? Ну да, у нас у Ницкого... трое детей, вот, один уже старший, взрослый, вот, две девочки совсем юные, вот, поэтому, да, конечно же, он заботится не только там о своей, но он заботится не только о своей семье, он заботится вообще, всегда говорит про все человечество, то есть даже не про страну, а он всегда говорит в рамках человечества. Вот, ну и планета Земля, наш общий дом, вот, если в этом доме мы не научимся жить в гармонии с природой, то погибнем. Вот, я убежден, что с каждым годом мы становимся ближе к этой гармонии. Вот, так что, видите, даже не ближе к погибели, а ближе к гармонии. Вот, поэтому, ну и, в общем-то, верим, что движемся к гармонии. Вот. Анатолий Эдуардович, поздравляем еще раз с днем рождения. Вот, и успехов и продвижения, здоровья. Вот, ну а мы в этом помогать. Вот так, что у нас тут еще? А, ну и да, естественно, к дню рождения Юницкого у нас и традиционно есть подарки. Вот это дисконт 73. Вот кто у нас еще не инвестор или кто собирается стать инвестором, вот есть хорошая возможность. Есть пакеты с дисконтом 73. Но они только будут до 22 числа, то есть это еще сегодня и завтра. Вот и потом эти пакетики. Поэтому кто успел, тот взял. Еще одна новость для наших партнеров. С 27 числа у нас подтверждение транзакции в личном кабинете. Ну, в общем, с 27 числа подтверждение транзакций в личном кабинете будет возможно только с помощью Google Authenticator. Вот это для тех, кто переводит где-то там между кабинетами, что-то переводит. Вот это наиболее надежный и безопасный способ, который действует на нашей платформе. Вот если у вас подключена двухфакторная аутентификация на вход в личный кабинет, после 27 апреля автоматически станет Google Authenticator станет вашим способом подтверждения транзакций. То есть, ну, сейчас даже вход в кабинет, если раньше только транзакции подтверждались с помощью Google Authenticator, то сейчас даже вход будет тоже подтверждаться с помощью Google Authenticator. Ну, как дополнительная мера безопасности. Поэтому тут просто надо немножко разобраться. Вот в кабинетах есть видео, как это делается. Вот, ну, естественно, ну и чтобы и ваши инвестиции, и ваши кабинеты были в безопасности. Вот, поэтому вы посмотрите видео вот, и подключите эти Google аутентификаторы. Вот. Так, и что у нас еще? Да, Наталья Иванова, наша небезызвестная Наталья из Испании, сестра нашего Олега, проводит мастер-класс «Как уйти с нелюбимой работы и начать жизнь жизнью мечты». Вот, пройдет этот мастер-класс завтра в 16:00. Поэтому, кому интересно, как уйти с нелюбимой работы и начать жить жизнью мечты, приходите. Вот этот вебинар уже будет повторно проводиться вот, по просьбам партнеров. Вот, поэтому не пропустите.
Вот, посмотрите, что вам расскажет, да, как, чем вам с вами поделится сертифицированный тренер, вот, лидер интернациональной команды в Латинской Америке. Вот я думаю, что ей есть чем поделиться. Вот, так что приходите, посещайте мероприятия, и такие в том числе. Вот на этом, в принципе, новости у нас подошли к концу. Вот, Олег, если ты там на связи, выходи. Вот, и если какие-то вопросы есть, пишите. Вот. Да. Да, привет, Леш. Привет всем, приветствую всех. Добрый вечер. Да. Добрый, добрый. Все хорошо. Добавить нечего. У меня что-то видео зависло, ну ладно. Не, нормально, нормально идет все, да, хорошо. Ну, ясно, где-то у меня зависло. Вот. Так что все, Леш, спасибо. Еще раз поздравляю Анатолия Эдуардовича, да. Вот, желаю крепкого здоровья, реализации всех планов. Я написал там, чтобы проекты осуществились на всех континентах. Вот. Ну, пожелание такое мое было. Потому что всем странам нужно это, всем континентам нужно это. И, конечно же, движемся действительно, как Леша вот говорит, сколько новшеств всего. Да? Вот спасибо, что объяснил, что такое там нововведение, вот, торможение такое экстремальное, да, если что-то случится. В общем-то, это все важно. Поэтому, конечно же, компания не стоит на месте. Ну, здорово все. Спасибо, Леш, за презентацию. Да, спасибо, да, за комментарий. Вот Лена написала, благодарю за новости, за презентацию. Да, благодарю за новости. Да, да. Вот, а я Лену хочу поздравить. Она в прошлый раз написала, мы что-то пропустили, она стала мастером. Лен, тебя тоже поздравляю. Это большое событие, тем более, говорится, в одном развивала аккаунте бизнес, да, теперь в другом. Вот, и опять-таки высокий результат, так что поздравляю тебя, в прошлый раз как-то не заметил этого комментария, но...